Улюблене шоу всієї країни танцюють всі знову з вами. Саме зараз найважливіша частина нашого шоу, тому що саме зараз ми дізнаємося імена 10 фіналістів. Тож зустрічайте наші дівчата. Олексію, як завжди, вам слово. Я увидел, как содрогнулась Катя, узнав, что она в номинации. Алида так распереживалась, что изменилась в лице. А Зоя такая израненная птица. И руки эти сжатые, и ноги не держат. Не хотелось бы быть на вашем месте, девчонки. Но жизнь есть жизнь. И сегодня, наверное, неважно, в каком порядке кого-то отправят домой, кого-то готовится к будущим победам. Важно, чтобы побыстрее закончились эти мучения. Пускай они закончатся побыстрее для одной из вас. Остается с нами, продолжает бой. Внимание. Зоя, ты остаешься с нами. Зоя, как хочется посмотреть на тебя с другими партнерами, а ты уж не подкачай. Уже столько мы говорили и о Лиде, и о Кате, и видели мы уже столько времени провели вместе. Девчонки, как бы ни завершился сегодняшний вечер, вы чудесные. Вы достойны победы. Как жаль, что одна из вас останется, а одна пойдет дальше. Катерина такая артистичная, такая яркая. Я бы сказал бы, удивительная, как мне жаль. Катенька, как мне жаль. Было бы, если бы ты от нас ушла, ты остаешься. Лидочка, и хоть ты завершила сегодняшний вечер, ты чудесная, ты прекрасная танцовщица, тебя ждет великое будущее. Успехов тебе. Ліда, на жаль, тобі аплодує весь зал все одно. Я думаю, що треба усміхнутися, тому що було в твоєму житті така прекрасна подія, як на мене. Все одно, ти, як на мене, найінтелігентніша, найвишуканіша. Знаєш, така внутрішня культура, яка тобі притаманна, вона все одно тобі має бути з тобою завжди. Давай пригадаємо, яким був твій шлях на проєкті. Танцюй всі, всі, всі. Когда вспоминаю кастинг, у меня мурашки по коже. А как вы смотрите на то, чтобы махнуть со мной Ялту? Вот это прекрасное ощущение, и я с таким теплом вспоминаю их. Дальше Ялта. Я молилась каждый вечер, чтобы вот Бог мне помог пройти дальше. Еще на один день, еще один шаг. Четыре «да». До встречи завтра. Я остаюсь. Я поняла, что впереди у меня светлое, хорошее будущее, которое будет связано только с хореографией. А это было моей мечтой. Мы говорим тебе «да». Я никогда не забуду период проекта «Танцуют все». И надеюсь, что это завершение этого этапа, но далеко не конец. И что все самое прекрасное еще впереди. Танцюй, все, все, все. Ліда, я в цьому ані трішечки не сумніваюся. Я переконана, що дійсно все найпрекрасніше в тебе попереду. Скажи щось своїм друзям, яких ти набула на цьому проєкті. Звісно. На самом деле, ну я не буду кривить душою очень. Ну, как-то обидно, наверное, покидать шоу перед фіналом, но все к лучшему, обязательно. Ребята, ви остались абсолютно заслужено все. Вы это знаете. Вы крутые.
И у вас все будет замечательно. Да, и у нас у всех, кто выбыл, кто остался. Спасибо огромное этому проекту. Спасибо всем людям, которые принимают участие в организации этого шоу. Мама, папа, ни в коем случае не плачьте, потому что у меня, правда, все хорошо. И я еще хотела сказать отдельное спасибо своим первым педагогам. Несмотря ни на что, я вас очень люблю. Я долгое время занималась в ансамбле. Вот, спасибо огромное за то, что сегодня я стою на этой сцене, и в этом ваша заслуга. Всем спасибо, не прощаюсь. Скоро. Справді, ми не прощаємося, ми говоримо тобі спасибі за те, що ти танцювала на цій сцені і радувала нас своїми яскравими образами. Спасибі за те, що ти така, яка ти є. Ну що ж, запрошуємо на цю сцену наших хлопців. Зустрічайте. Один з вас також зупиниться за крок до фіналу. Хто це буде? Зараз дізнаємося. Олексій, вам слово. Сколько испытаний перенесли и пережили вы, ребята. Огонь, вода и медные трубы – это просто чепуха по сравнению с тем, что вы испытали. Один из вас рванул, станцевал, не вызвал никаких сомнений. Он остается. Родион, иди ко всем. Такие разные и такие похожие. И стили ваши разные. Вместе с тем вы танцуете здорово. Это тоже свойственно каждому из вас. Хорошо танцевать, в этом вы похожи. Но один из вас более универсален, другой менее. Вот не хватило немножко универсальности. Мы судили, рядили и пришли к выводу. Иван, ты должен присоединиться к Лиде. Сергей, ты остаешься с нами. Еще давайте поаплодуем. Ваня, ты гідно боровся. Мені подобається, що ти зараз усміхаєшся і ти вмієш приймати такі удари з усмішкою. Я знаю, що це непросто, але все одно я пам'ятаю, яким ти прийшов на проєкт і який ти зараз. Зараз дізнаємося ще раз. Танцюй всі, всі, всі. Це круто було. Класно станцював. Ялта. Ялта із всіх чотирьох сезонів була найсложніша. Очень тяжело было. Очень тяжело. Понту много, а дела мало. Это последний шанс. За жизнь? Играться. Я просто себе сказал, парень, успокойся. Просто надо стараться. Вы в двадцатке. Когда мне объявили, что я в двадцатке, первое, я хотел позвонить родителям. Я так хотел, чтобы они это узнали. Это бешеная радость. Я очень рад, что попал на этот проект. Буду скучать за атмосферой, за ребятами. Мы очень сплотились, много работали вместе. И очень много воспоминаний, которые, ну, которые я не забуду никогда. Ваня, повір, ми теж ніколи не забудемо ваших танців. Прикро, що так, що ви залишаєте наш проєкт за крок до фіналу, але я думаю, що от все одно ви залишаєте його парою, а це означає, що з вас справді вийшла дуже гармонійна пара. Я думаю, що тобі є зараз що сказати. Да, спасибо. Ладно, зараз, треба зібратися. Чому у вас такі лица всіх? Всі плачуть. Спасибо огромное ребятам, спасибо жюри. Огромное за комментарии, с которых я вынес огромный опыт и принял, всегда принимаю лично к себе и стараюсь исправить. Спасибо организаторам шоу, как сказала Лида. В принципе, я добавляюсь к Лиде и согласен полностью с ней, с этим шоу. Спасибо хореографам, которые нам все делали.
Не знаю, на самом деле это шоу, которое останется, я думаю, для каждого из нас огромной частью сердца, и я думаю, оно никогда не уйдет из нашей памяти, потому что это огромное событие для каждого танцора попасть в такой проект. И сейчас у нас есть заготовочка. Я ждал это очень долго, когда я вылечу перед Родионом. Я хочу сказать спасибо Радику. Я не Радик! Есть, все. И огромное, я знаю, что у меня мама, папа сейчас смотрят вот прям в зрительском зале. Я знаю, они очень переживали за меня и переживают. И, ну, не переживайте, так оно сложилось, и так все хорошо. Я думаю, все будет только лучше. Отрадный, отрадный! Я можу сказати одне, що ви танцювали разом, і ви були з нами 5 ефірів, і вас точно ніхто не забуде. Вам аплодують зараз наші глядачі. Ну що ж, саме ви обрали десятку фіналістів нашого шоу. Та наше шоу не закінчується. Просто зараз у постшоу ви побачите фіналістів 3-го сезону Анжелу і Тоні. Дізнаєтеся, яку пару наші судді вважають найромантичнішою та найсміливішою. І найголовніше, побачите, якими ж будуть нові пари. А більше, як завжди, знає Діма. Дім. Я не Діма, я Дмитрий. Друзья, действительно, по шоу сегодня будет очень и очень интересно. Вы знаете, мы с вами узнаем, что же раздражало наших ребят друг в друге на протяжении 5 эфиров. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим, какими были первые впечатления о будущих партнерах и партнершах у наших танцоров. Поверьте, вас это удивит. Вже 5 ефірів поспіль наші пари разом долають нелегкі випробування та радіють заслуженим перемогам. І хто б міг уявити, що при першій зустрічі дехто з них навіть не помітив одне одного. Наприклад, Ваня та Ліда познайомилися лише в тренувальному таборі. Я до сих пор пам'ятаю, як я громко сміялася з нього, коли ми стали з ним в пару на стандарті з цим хопером, який взагалі ніякого відношення не мав до бального танцю. Я положила руки ему на плечи, я понимаю, что больше я его держу, чем он меня. И я думаю, повезет же его партнерша. Я еще так ехидно об этом подумала, понимаю, что... Первое впечатление – это, скажем так, воспитанная, женственная, красивая девушка. В итоге, когда разобщались, ну, в принципе, так и оказалось. А вот Галя с Туликом помітили одне одного ще рік тому. Але так і не познайомилися. Хоча пліч-опліч пройшли всю Ялту. Він створював впечатлення замкнутого, самоуверенного чоловіка, який не нуждається взагалі в чому-либо спілкуванні. Але по мірі того, як ми зараз почали спілкуватися, я розумію, що це абсолютно ложне впечатлення, він абсолютно другий чоловік, і це круто. А от перше враження Толіка про Галю було абсолютно протилежне. Мы с ней вообще не общались. Но меня что-то чем-то была интересна. При общении, вот она такая все хорошая. Вот. И когда приехали сюда уже в Пущу, она на самом деле любит и побаловаться, и подвеять, вот. Кому быть очерчивать. Вот это Галя на самом деле. Вот. А вот Катя провела с Родионом наиважчу ніч на проекте. На ночной хореографии. Мы попали в одну группу, и ну, я как-то немножко удивилась, потому что я его совершенно не помнила, сотни танцоров. Во время работы мне очень понравилось он, правда, как человек. Такой принц на белом коне. Та Родіон помітив майбутню партнерку набагато раніше. Я ее заметил и спрашивал, кто это. Вообще, один ее вид говорил о том, что она безбашенная. У нее, походу, нет тормозов. Побольше бы ярких таких людей в этом мире. За іронією долі, Зоя та Сергій станцювали свій перший спільний танець ще в Ялті. Панк. Дівчинка-панк. Перше впечатлення Зої. Така прическа, поведення. Таке, несколько пацанське. Ну, через какое-то время, да, я увидел больше девочку, больше женщин. Меня немножко смутило то, что мы практически одного роста, у кого-то мальчики повыше, да? А мне маленький, думаю, ну ладно. А теперь я абсолютно нормально себя чувствую, комфортно, я привыкла. И если там, допустим, на нас на общих номерах каких-то меняют местами, я с кем-то, кто больше, мне даже как-то